Как сообщает портал «Блокнот Краснодар», беременная женщина за рулем «Мерседеса» с челябинским номером с тремя буквами «А» не захотела следовать правилам дорожного движения и уступать дорогу находившемуся на круге минивену. В результате недопонимания на дороге и из минивена вышла женщина и подошла к немецкой иномарке. Водитель «Мерседеса», беременная женщина, также решила выйти из авто и, вступив в спор, толкнула свою оппонентку. После этого беременная автоледи решила куда-то позвонить. Чем закончился спор, неизвестно. В комментариях к видео пользователи сошлись во мнении, что водительница попросту воспользовалась своим положением, понимая, что на ее хамство сложно ответить таким же методом.